О, ну чё, приполз я. Где ты там? Вот он сидит, бей его. Это надо же залезть на гору, очуметь. Ну, король не прав, падает вниз. Рубите, ребята, рубите. Не с друг другом, рубите всех. А музыканты остались. Он, погоди, еще остались, ребята, что? Я не понимаю, где их искать еще. Коси его. Ух, упал даже. Бей, пока в корю не дал тебе. Бей его. Что такое, разработчики? Ну, реально, полный бред. Ну, мои, походу, не заберут. Ребята, это некрасиво было. В нашего попали очень сильно. Бодаются, ну и бодаются. Мы еще минотавры. Где Зевс? Зевс, ты где? Зевс получает... от минотавра. Летели, ты посмотри, какая куча стрел. Всем здорово, друзья. С вами, как всегда, спикер. И продолжает наши военные сражения в игре Tabs. А мы продолжаем, мой друг. Мы продолжаем наше сражение. Сегодня против нас будет... царь. Против нас будет царь. Пару шаманов, пару лучников и, конечно же, рыцари. Рыцари возле горки. А возле горочки музыканты. А, интересно. Все интересно, конечно. Тут есть царь, тут есть два рыцаря. Тут есть еще и подмога. Ну, очень интересная карта. Очень интересные ребятишки. И кого мы выберем на 5800? А, давай-ка посмотрим. Ты пишешь мне комментарии. Поставь тех-то, тех-то. Выиграй так-то, так-то. Но у меня есть своя стратегия. Да-да-да-да-да. У меня есть своя стратегия. Я могу поставить вот таким макаром. Я могу поставить вот таким макаром. И все. И больше не париться. Пробуем. Пробуем, что получится. У нас есть два короля. Ой, три короля. Но почему-то лечат только двоих королей. Центр нас не лечит. Но не проблемка, а они спускаются с гор аккуратненько, медленно. Идет наши рыцари. Первые рыцари идут и сразу же с одного удара от нашего короля получается. Всех сразу обалдеть. Красотень, красотень. Обалдеть. Так, идет рыцарь. Идет довольно серьезный рыцарь. И проверим, кто кого. Он бьет щитом. Король не прав, падает вниз. Рубите, ребят, рубите. Не с друг другом, рубите всех. А музыканты остались. У нас спускается царь. А что такое? Что за обнимки? Это что за обнимки, ребята? Что за поцелуйчики на поле битвы? Вы что ли? А, погоди, погоди, у нас один ушел уже. Другие стрелы получают. Но и король против короля. Ух, как уж погад у тебя. Бей его, бей прям по заднице, только не нашего. А где мой третий король, кстати? Куда делся мой третий король? Где его оставили? Он сдох, что ли, уже? Непонятно, как... А, нет, все трое. Нет, здесь двое. Два короля и третий. Третий убежал к музыканту. Ты куда, товарищ? Король, король, король биты. Лучники убиты. Сейчас будут буквально чуть-чуть, и победа за нами. Вот такая тактика, ты понимаешь. Это самая топовая тактика для Tabs'а. Что за... что за обнимашки? Это что такое? Он пытается научить его драться, что ли? Третий король, иди сюда. Вы у нас херней страдает. Ребята, тебе страшно? Тебе страшно стало? Убегает, убегает, смотри. Он убегает наверх, мы за ним. Давай, 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 мы за ним. Догонялки, догонялки на гору поднимаемся. Слушай, у него ножки гораздо меньше. Не знаю, как короли, но они поднимаются, смотри, поднимаются, поднимаются. Ну что, шаман? Пришла твоя смерть. Бьем его. Он живой. Он еще лечит, лечит сам себе. Ты куда идешь? Бей его. А он мертвый, что ли? Кто еще остался? Погоди. А кто еще остался? Кто-то сверху еще остался? Да не может такого быть. Обалдеть. Ну что это такое? Это что такое, разработчики? Ну реально, полный бред. Ну мои, походу, не заберут. Могу. Они как? Они какого макарова таким залазить наверх? Слушай, они реально короли. Это реально короли. О, ну чё, приполз я. Где ты там? Вот он сидит. Бей его. Это надо же залезть на гору. Очуметь. Ну, третий не залез, правда. Он тусовался. Бей его. О, полетел вниз, все уже. Бей его до конца. Погоди, еще остались, ребята, что? Я не понимаю, где их искать еще. А кто здесь? Кто здесь есть кто? Все, я царь горы.
А, вон вижу еще. Слушай, еще рыцарь остался. Без медикал спускаемся. Ребята, аккуратненько спускайте, шею не сверните. Шею не сверни себе. Прям на него. Во-вот, все, пошло сражение. Сбивай его. Сбивай, по идее, вниз его. Иди вниз. О, ребята. Обалдеть, слушай, реально топовые. Ребята смешные, ребятам интересно играть. Пиши комментарий, мне интересно, что ты напишешь сейчас в комментарии. Вот прям сейчас. А пока я здесь удивляюсь, потому что здесь удивление, потому что здесь я не знаю, кого делать против этого викинга. Я не знаю, кого ставить против него-то. Кого ставить против него? Ну, можно поставить так же. Так же можно поставить против него. У меня, в принципе, хватает. И еще хватает 90. Смотри, есть 90 еще. Кого же сделать мне соперник тебе? А, соточку можно еще сделать. Давай вот так сделаем. А, давай музыканта. Давай музыканта. Он будет отвлекать. Смотри. Он отвлекает, этот атакует. Смотри. Не так было. Об стенку. А окей, смотри, он атакует музыканта. Все, что ли, убил? Убил музыканта. А, нет, еще живой, смотри. Он атакует музыканта, я атакую его. Все правильно, как и задумано. Атакуй его, он пока тратит время на музыканта. Ты его убиваешь. Не обнимаешь его, а убиваешь. А музыкант остался живой. Обалдеть. Браво, браво музыканту. Идем дальше. Что у нас дальше? Что у нас интересненькое будет? А разработчики, дайте интересненькое. А ледовые побоища всегда интересны, потому что они особо опасны. Это что такое? Какая-то веревка торчит здесь сзади. Окейшки, ребята, а это у нас просто колесница. У нас была, был опыт с колесницами, я помню. Если смотрел мои ролики, ты тоже помнишь. Я беру самых дешевых ребятишек по паутинник, вот таких. И колесницы тратят именно на них. Видишь как? Видишь, как все получается. Это наши школьники. Ты идешь сюда, ты школьник идешь сюда, ты идешь по центру, школьник. Давай вот так тебе сделаем. Ты идешь к этому, а ты идешь к этому. Все, все раскидали, нам 6250. Нужно сделать, чтобы раскидать оставшиеся. Косы, я хочу кос, много кос. Все, у меня еще 1500. Я удивлен. Ну, давай сделаем зелье. Смотри, парочку зелья можно сделать. Да-да-да, разнообразие. А сделать тачку можно за косарь. О, поехали. И, конечно, все это с музыкой. А, с песнями, с музычкой. Где мои музычки? Музычки, музычки. Вот мой музон. А, по центру музон. Все, понеслась. Смотри, как школьники будут работать. А тут все главное школьники сделать. Смотри, как школьники должны обязательно все сделать. А ребят у нас по трое внутри. Ну, в принципе, не проблема. О, минус один. Смотри, минус один. Ой, тачка поехала. Тачка, проезжай скорее. Проехала чудесно. Все, уже вышли наши перемешки. А, то есть наши молоты. И погоди, погоди, еще один. Где мой школьник? Еще один. Там косы, по идее, уже идут. Во-во-во-во-во, только не на кос. Только не на кос, погоди. Это не то пошло. Минус три косы сразу, походу. Минус три косы. Где остальные мои косы? Слушай, все что ли? Где моя тачка? О, косы работают. Да-да-да-да-да, косы работают. На! Все, ребята, идем туда. У нас там есть зеленые перчики. Огурчики. Есть зеленые огурчики. Песни поем, отвлекаем, отвлекаем. А, зелье. Есть еще зелье, кстати. Косы идут, сейчас будет, будем косить. Давай, коси. Не успел скосить, моя красавица, не успела скосить. Коси его. Ух, упал даже. Бей, пока в корю не дал тебе. Бей его, бей косой. Скорее бей косой, осталось их четверо, трое. Сколько их осталось еще? Там кто еще живой? Нет, живых уже нету нигде. Осталась одна коса и парочку у нас... О, минус. Потрясающе. Коса сдохла. А осталось их трое. Их осталось трое. Очуметь. Ребята, у вас проблема. Ребята, у вас проблема. Их трое, вас двое. Давай, давай, давай. Ну не в того, ну надо было еще в другого дать. Там еще не встал. Сразу пахари получил. Да-да-да-да-да. Ребятки, у вас проблема. Смотри, как сейчас. Сейчас как даст. Уп. Не дотянулся. А сейчас получит сразу две. А двумя получит по башке. На.
Обалдеть, слушай, погоди. В чем проблема? Мне кажется, проблема была, много кос потеряли мы. Много кос потеряли, реально. А можно кого сделать? Зевса можно сделать. Двоих Зевса. В конце, смотри, в конце два Зевса, все. И медиков можно сделать без проблем. А, медики. Вот таки макар. Все, понеслась. Зевсы идут. А школьник в центральный пошел не туда. Вот беда в чем. Школьник центральный пошел куда-то налево. И сразу обнимашки прыгает. А, едет еще по центральной. Ну, прыгай, центральный. Центральный нужно прыгнуть. Все. Все понеслось. Тачка ездит, тачка всех убивает. Все потрясающе. Зевсы подходят, музыканты подходят. Все чудесно. Сейчас будет заварушка, погоди. Против у нас... А наших Зевсов. О, пехоту вы сейчас разнесем. Погоди, ты куда пошли? Вернитесь обратно, вы должны поднимать хилки нашим. Ты кого? Ты в кого стрелял? Я не понял. Кто в кого стрелял? В нашего стрелял или наши почему-то погибли? Я не понимаю. А все, получил по репе. Веслом. О, сколько их там? Теперь здесь слева. Трое. Давай, Зевс, работай, там еще с правой стороны, пока стекает. А, бросай зелье. О, красоте, промахнул снова. Зевс, работай, Зевс, получишь сейчас по моргалам. На, башке тебе. Зевсу дали, он живой. Добивай, лежачик, давай. А где наши баночки? Баночки у нас больше. О, ребята пошли вниз. Смотри, чуть-чуть еще бы. Ох, некоторые упали. А, вместе с музыкантом они упали. Да. Такой вижу первый рейд. Ну, в принципе, музыканты так и должны работать. Сзади, Зевс. Ты кто такой? А, ты наш. Все в порядке. Это зеленый наш. Все, победа. Ух, победа. Победа, идем дальше. Что такое? Кто с чем пришел? У нас 10 тысяч. 10 штук нам дали. Это хорошо, знаешь, это реально хорошо, и я готов что-то сделать космическое. Давай вот эту поставим, и, знаешь, разновидность всех племени, реально, поставим разновидность. Мы поставим таких, ребят, мы поставим щитовых по два, змеюк по две, а, конечно же, нашего минотавра сделаем, и Зевса сделаем, даже сделаем мамонта, да, мамонта даже сделаем. А сделаем кого еще? Шамана можно сделать. Топорики сделаем. Ау. Камни сделаем. Многих сделаем. Ну, не сделали мы, кажется, медиков еще. Остались только медики. Два медика вот таким макаром. Вот с таким, как говорится, разнообразием мы идем против нашего глазастого слоника. Вперед в атаку. А, два мамонта сражаются. И много-много у них там минотавров. Ну что, они сразу атакуют шаманов. Да, жестко атакуют. О, это что такое? Ты куда улегся? Мой хороший. О, ребята, это некрасиво было. В нашего попали очень сильно. Бодаются. Мы еще минотавры. Где Зевс? Зевс, ты где? Зевс получает от минотавра. А, стрелы полетели. Ты посмотри, какая куча стрел. Ну, там наш минотавр... Вернее, наш маунт... О, он живой, что ли, еще? Он еще живой. Он еще бодается. Зевс, ты где? Зевс, я не вижу тебя. Ты умер, Зевс? Вон Зевс мой валяется уже. Под ногами валяется уже Зевс. О, змеюки наши. Да, больше стрел. Смотри, тащат. Там еще третий припрыжку. Идет разбираться с колесницей. Погоди, ребята, сейчас зарядим. Да, поздняк, все раскидали. Там еще змеюка есть, погоди. Погоди, змеюку что ли убивает? Кого не бьют, то не понимаю. Ребята, вы кого бьете еще? Там уже пойди. А, вон, вижу. Чувак, как тебе там? Тема, конечно, смешная была, чертовски. Особенно Зевс валяется где-то под ногами. Всех убираем, все понятно. Можно вот так просто быстренько убрать и все. Мы сделаем, знаешь что? Что мы сделаем? Мы просто поугараем. Мне понравилось. Мне дали много денег, я хочу реально поугарать. Я хочу сделать вот такие макары.
Погоди, еще. Вот таким макаром. У меня опять 200 еще есть. А, я не знаю, что получится, но я хочу. Я хочу попробовать. А я понимаю, это полная дичь. Но эта дичь будет, наверное, забавная. Слушай, погоди, давай уберемся это дело. Давай сделаем вот так, по порядку. Вот так у нас будет, так будет. Вот так будет, вот так будет. А, ну, конечно, вот так будет. И чуть-чуть еще. Вот, все, все, ребят, смотрите, что будет сейчас. У нас сколько волн получается. Бросайте камни! Словно какой-то боулинг получился. А кого-то убили? Нет, ребята, заряжаем, заряжаем, ребята. Давай, давай, заряжаем, бросаем камни. Первобытные ребята против минотавров. Ты понимаешь, какая эпоха. О, полетели камни. О, закидали. Слушай, ребята реально неплохие. Осталось 3 минотавра. Вроде бы. И остался какой-то мамонт. Победа! А, получать, это победа, ты понимаешь, мой друг, это победа. Да ну, бред, я хочу еще раз сыграть в эту карту. Нам дали 10 штук! Мы раскидали, смотри, как в боулинг, как красиво мы все это тело раскидали. Поехали дальше. О, Минотавр. Погоди, кого поставить против тебя? Мне дали 1,5 косаря. Мне снова дали, где раскрутиться, где развертеться. Можно сделать вот так. Ну-ка, посмотрим. Во-во-во-во. Он просто всех сбил, все. Наша змейка валяется. В обнимку еще с кем-то. Ты живой там? Все, уснул. Чья победа? Чья победа, друзья? Пишем в комментарии прямо сейчас. Чья будет победа? Потому что все валяются. Смотри, все валяются. А, все валяются. Не знаю, мертвые, живые. О, мой встал. Смотри, мой встал. Бей его. Бей, он лежит пока. Сейчас будет победа, смотри. По заднице он мычал. Обалдеть, слушай, ну забавная игрушка. Ух, погоди. Это понятно. Он бил по заднице, корова это мычала. Ух, погоди, погоди. Змеюк можно сделать. Сколько можно змей? Вот так можно сделать, знаешь. О, о, смотри, как можно сделать. Можно на крыше сделать. Они, Минотавр, по идее, не доберется до них, знаешь. Это реально топовая тактика. На этой карте будет топовая тактика вот такая от спикера. Поехали. Он не допрыгнул, к сожалению. Ребята, никуда не прыгайте, ребята, вы идиоты. Да, да, вы, ребята, идиоты. А ты сдох, что ли? Нормально, упал вроде на кактус. И живой, и не живой остался. Все. Да, по репе с правой. Погоди, у меня змеи есть еще. Они вроде живы, видишь, глазками хлопают. А, это проигрыш, все понятно. Это проигрыш. А, как его убить? Быстро как убить. Как медленно убить, я уже понял. А, о, сколько? 160. Смотри-ка, 160. А, кого можно сделать? Кого можно сделать? Короля! Короля можно сделать. Король! Король, смотри, с одного размаха. Ну, по идее, сейчас сразу впишется. Как он вписался? Король, сражайся. Давай, король, вмажь ему. Это всего лишь Минотавр. Сейчас будут бить в спину. Король, развороту. Оп! Поднял кверху его. Бей сразу, с развороту. Слишком большой меч у короля. Проблема короля. На, справа тебе, король. На тебе, с левой. Сейчас рогами получше, король. Сражайся, король. Он держит его. Словно как в хоккее, он держит его. Долго сражение идет, смотри-ка, долго идет, пытается. На коленях уже. Пытается. На, король, победа!
Фух, обалдеть, победа. Друзья, давай-ка, подпишись, поставь лайк и, конечно, пиши комментарий. Не забудь про колокольчик, и мы с вами увидимся уже в новых роликах по этой игрушке. А с твоей тобой был спикер. Всем удачи и всем до новых роликов. Всем пока!